Собралась? Да. Бутылку уже. Сейчас. Ты пойдешь в рваных штанах. Да. Готова? Yes. Так, если ты придешь в рваных джинсах, тебе что будет? Не знаю, наверное, точечка. Замечание? Точечка. Если она наберет 6 точек, то она остается после школы. На какое время? На 2 урока. На 2 урока? Деньги держи. Да. Сколько вам надо? Здорово. В общем, сегодня Каролина с Маргаритой едут на автобусе. Сначала будет выходить Маргарита с автобуса, а потом уже Каролина. Ты ей не забудь напомнить, когда будешь выходить, скажешь: Каролина, ты на следующий выходишь. И сегодня мы едем в больницу. Папа, 3 часа. С папой? Нет, я с тобой еду. Папу не отпустили с работы. Поэтому мы с тобой поедем, бабушка с дедушкой за нами приедут, нас отвезут, а потом папа нас заберет в больницу. Давай. Да, так быстро. А то автобус уедет, и как ты потом поедешь? Папа на машине уехал сегодня на работу, я тебя не смогу отвезти. Давай, закрывай. Каролина, давай. Опаздывать нельзя. Автобус ждать не будет. Все, готово? Я покажу. Поехали. Я уже знаю, где. Ну, Люди все равно, она пошла в рваных. Мне а я сама. Я пойду. Все? Они так, совсем маленькие. Одна дырочка маленькая такая. Скажи, я по пути упала и порвала. Ладно, все, пошли мы. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. Привет. Как дела? Нормально. Сегодня она утром рано ушла, я ее не успела заснять утром. Боня, что под ногами у меня ходит? Я хочу приготовить фахитос, как они называются, вообще маленькие такие. Тортиес. Мини-тортиес. Ты вчера целый день в телефоне сидела? Целый день сидела в телефоне. Маргарита, нет? Да. Нам сегодня в 3 часа в больницу, так что ты останешься. О, знаешь, у меня тут был пластырь, когда в школе сняла, оно было фиолетовое. Потому что ты передавила сильно. Я не давила, оно так же было, как сейчас. Оно было фиолетовое. Угу. Не знаю, когда мы приедем. Папа за нами приедет. Часов, наверное, 5-6. Мы его там будем ждать. Так, я хочу попробовать вот этот соус. Фахита. Готовый уже. Я туда только добавлю курочку. И все. И будем кушать вот такой вот штукой. Мама, привет! Все хорошо? Все хорошо? Все, ты доехала? Опоздала? Тебе точку поставили? Несколько. Ну, потому что автобус задержался. Если бы он приехал в 8:08 ровно, он задержался на 3-4 минуты. Угу. Конечно. Я хочу домой сама. Вот ты сначала научишься до школы доезжать сама, а потом мы попробуем, чтобы ты доехала сама. Когда попробовать? Ну вот эту неделю будешь ездить в школу сама. А со школы тебя будут забирать. А потом на следующей неделе мы попробуем, чтобы ты со школы вернулась домой. Она сама будет ездить? Тут детки едут тоже все. Она вместе с ними сядет. Там сегодня 4 или 5, да? 5. Да, 5 деток. Во сколько поедем? Где-то в 2:30 приедет бабушка с дедушкой, нас отвезут. И поедем. Нет, они отвезут нас и домой поедут, а мы там будем папу ждать. Пока тебе там будут проверять, снимок, наверное, делать. Я тебя буду ждать, а ты пойдешь. Нет, не будут делать, не переживай. Я надеюсь. Мами, ну сегодня болела немножечко. Да? Мами, ну-ка давай рассказывай, как ты вышла с автобуса. Нормально? Со всеми детками вышла? Не заблудилась? Вот, видишь, как хорошо. Я потом... Учительница сказала, что ты сама приехала? Да. Она тебя похвалила? Тебе понравилось самое главное? Маргуша, мы скоро идем. Нет, я не хочу. Через 10 минут.
Давай. Переодень футболку лучше. Нет, я не пойду. А то там придется кофту снимать потом. Переодевай футболку, давай. Не пойду. Давай, давай. Будем надеяться, что все будет хорошо. Все, такой тебе красивый гипс сделали. Папа за нами заехал. Ой. Маргоше сделали новый гипс. Насыпал ей блестки. Мира, стоп, кондрию. Красиво. Так, в общем, 2 недельки с гипсом еще. Потом опять на следующий осмотр. Вроде немножечко там срослось. Чуть-чуть совсем. Так что тебе повезло. Никакой операции. Ты уроки сделала? Да. Да? Французский? Точно? Нет. Французский не сделала? Не, не хочу. Смотри, какой у него блестящий. Ей сделали с блестками. Сиби. Насыпали ей блестки на гипс. Чуть-чуть. Мне кажется, она все это слезет потом, нет? А когда опять надо? Через 2 недели. Так, быстро. Через 2 недельки, а потом они посмотрят. Если все хорошо, гипс снимут, и потом она еще будет... На спорт ей нельзя будет ходить. Пришло время стричь газон опять. Я буду стричь. Так. Каролина, завтра опять поедешь на автобусе? Да? Понравилось? Да. Ну, хорошо. А потом я тебя встречу. Угу. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Эту сторону я подстригла. А другую сторону будет папа подстригать. Туда. Вот это вот тоже надо все засеивать. Испорченный газон. Мой цветочек распустился. Жду следующий. Надеюсь, еще вырастут. То как-то один стоит, как-то не так. Замечание из-за штанов не это. Не сделали? Такой предмет. Английский. Ты я делала? Тупаю. Знаешь почему? Нет, не знаю. Смотри, вот эти я уже делала, да? Вот эти. Угу. Сегодня я там села, вот это сделала, угу. Ты мне позвала кушать, я пошла, угу. Закрыла. Потом меня открыла просто как-то. Теперь я вот это сделала. Раз, два, три. А ты я не те была. Сделала? А? Ты не те сделала? Нет, вообще-то он просто сказал, что надо 3 сделать. Но, а ты пропустила, я, да? Я сделала вот это, ну почти. Угу. Вот это и вот это. Пропустила. Я должна была, да, пропустила и сделала вот ты это. Просто, вот да, ты открыла 2 странички. И вот эти. Ну какая разница, можно так? Ну мне он просто сказал, что надо 3 сделать. А, ну... а я 4 сделала почти. Наоборот, не тупая, а умная. Нет. Все тупая. Потому что я пропустила. Потом я так делаю, потом я так смотрю номер. Почему 9-я страница должна быть 6-я? Я смотрю, угу. Потом японная мама. Смотри, тут есть один, который Алексей называется, он тоже из России. Маргарита, человек не называется, человека зовут. Называется Алексей. Каролина, Дыньку будешь? Дыньку будешь? Я хочу. Кто Дыньку будет? Хочу дыню порезать. Вкусная, невкусная?
Вроде пятнышко такое желтенькое, как будто бы оно отлежалось на земле. Она не готова. В смысле, не готова? Нет, надо съесть, а то оно испортится, а то оно вот уже здесь вот темнеет. Манго тоже порезать? Каролина не хочет уроки делать. Каролиночка, а будешь дыньку? Нет. Нет? Не любит делать уроки Каролина у нас. Тогда я это сделаю. Очень сладкая. Попробуй. Ну? Вкусно? Что? Невкусно? Ну, кушай. Манго? Тут я еще никогда не использовала. Ты будешь их вытаскивать или они так будут в коробке лежать? Нет, давай вытащу. А то буду весь всегда доставать. Батонат. Тут вот это, тут где-то крышки все выпадают. Да, там крышки попадают. Вот физиперри. Угу. Это... Надо в туалете поставить некоторые, какими будешь пользоваться. Вот есть еще вот это. Это тоже гель для душа? Вот это еще осталось. Нужно в отдельную коробку все складывать. Ага. Мучи. Это с Испании. Вот мой бургер. Пустой? Да. А где ключ? А у меня в коробке. Туда надо поставить их на полочку. Смотришь? Про русалок? Угу. Понятно. Уроки сделала? Да, нашла. О, краска. Ну, это темно-зеленый, да? Темно-зеленый. Мы же с ним уже красили. Да. Ну, он такой становится, темноватый. Если хочешь, покрашу. У меня нету объяснений. Нет, они у тебя светленькие сзади, тут в конце. Что там еще понадобило? Мама, смотри, этот бэхит. Даже угу. Что это? Доритос. Шоколадка Орео. Давай все вещи куда-то положим. Вот эти. Коллекционер бумажек у нас. Доритос. Всякие бумажки коллекционируем. Вот эти конфеты вкусные. Бургеры. Дайн. Орео. Вот это как? Табакс? Нет, мы нашли волосы от Луны. Кролик. Посмотри. Кролик Ксюши. Марбл, марбл, марбл. Такой вот пучочек. Пучочек. Все? Все нашла? Все. Вот какая красивая. 2020 год? Девочка маленькая. Так, коробка с вещами. Ты посмотри то, что ты будешь носить и что не будешь носить. Джинсы вот эти. Вот чего? В обтяжку? Да, не очень удобно мне. Ксюша в обтяжку не любит одежду вообще. Вот эти буду я носить, если мне не очень нравится, потому что они не обтягивают. Эти хорошие. Они мятые все. А погладить? Вот это просто штаны спортивные какие-то. Ты это нет, это опять обтягиваешь. А вот они, я их искала. Они тебе не маленькие еще? Не, конечно, нет. А вот эти вот вообще ты не будешь уже носить, это Каролине оставить. Это мой, это мой. Да, это как вот эти. Но они тебе вот эти еще большие. Это тебе, наверное, где-то. Ну, это мне маленькие, наверное. Что такое? Спасибо. Я сразу говорю спасибо, потому что знаю, что мне будут говорить «бездорово». Это на 9, на 10 лет, Каролина. Тебе только 8 исполняется. Так что тебе еще одинаково. Мишки футболочка, которую Влада подарила. Вот как тут еще. Тебе идет розовый. Ксюша. Вот эту можно Каролине уже отдать. Кофту. Это моя любимая. Угу. Она счастлива, радостная такая. Ага. Да.
Еще Маргарита шорты с леггинсами. Каролина, это тебе платьишко. Папи, челюсь. Каролина, Ксюш, ты покупала на Новый год и все. Один раз только надела. Это еще буду носить. Куда? Парты. Угу. Это могла на диску надеть. Это мы покупали. Ну хорошо, хоть со скидкой мы взяли. Не жалко. А мы... Ну, мне скидка на ней вообще. На дискотеку? Да. Ну, платье снимай, Каролине положи. Если еще будет тепло, поносит. В общем, вот эта вот вся куча перешла Каролине. Это тоже? Это пока еще большое. Это уберем до следующего года. Там тоже много всего. И штанишки, и толстовочки. А это выкинуть или где? Да, они уже рваные. Выкинуть ли Каритас? Вот эта курточка уже все. Сносила она ее, видите, как она потерлась вся. Рукава. Так что мы ее выкидываем. Это тоже. Ксюша, ты убери отсюда все, что тебе не надо. Или что тебе надо. Все, эту коробку надо в подвал, да? Что? Эту коробку в подвал я унесу. Там все здесь уже... Сейчас? Нет, завтра. Здесь вещи, которые Каролине небольшие, тебе маленькие. Это одежда. Ну, еще есть Микки Маус. Ну, это Каролина будет носить. Вот, это тоже Микки Маус. Ну, Каролине... Это я буду носить. Угу. Это тоже. Ну, положи то, что ты будешь носить. Это. Это тоже ты будешь, разве? Не знаю, если мне. Ну, вон пятно грязное. Это Маргарита носила. Это желтая моя. Она не маленькая. Все, уже выросла. Я бы носила. Выросли, девочки, выросли. Видите, как незаметно. И все. Каролине. Ты почистил зубы? А? Зубы почистил? На сухо си. Зубы. Читал сауби? Нет, зубы. А? Зубы. Си, зубы. Там сауби. Все, выключаем. Может, давай, тебе завтра в 6:30 вставать. Буйной ночи. Мискрилос, амигос. 102 килограмма папа весил, а я ура? 93. Короче, 10 килограмм он скинул. 15 лет. Портосиман? 15 дней он скинул 10 килограмм. И каминал 20 километров. И в спортзал, да, и на велосипеде на работу. Вот, и правильное питание. И все, 10 килограмм за 2 недели. Ладно, все. И пока-пока всем. Пока-пока всем, пока-пока. Пока-пока.